Вот такой вот, друзья, красавец у нас получился. Настоящий мужской бургер. 250 грамм фарша и сплошное счастье. Всем привет! Добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы будем готовить бургер. Настоящий мужской бургер. Без салатиков, помидорчиков, мяса, лук, булка и соус. Все, поехали. Посмотрим ингредиенты, которые нам нужны. Вот наши ингредиенты. Говяжий фарш 0,5 килограмма. Это на 2 бургера, мне по 250 грамм. Будет нормально. Сыр плавленый. Соль, перец, естественно. Огурчик, лучок, бекон. Булочки. Булочки я взял готовые. Не стал заморачиваться сегодня печь их. И соусы. Барбекю, кетчуп, горчица и майонез. Это потом мы все смешаем, будет коктейль соус классный. Ну вот тут еще у меня чесночное масло, немножко добавлю при обжарке. Все, приступаем. Для начала приготовим фарш. Я возьму немного бекона, вот тут с жирной стороны. Порежу его мелко-мелко и добавлю его прямо в фарш. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у нас фарш сейчас получил запах дыма от бекона, ну и жирность тоже, сочность. И у нас будет фарш с запахом дымка, как будто бы его на гриле эти котлетки жарили. Так вот, замешиваем все в нашу чашку. Пока не солим, не перчим, будем делать позже. Сейчас хорошенько его размешаем. И этот бекон будет потом, когда жарится, будет там таять в котлетке. Будет сочно. Фарш берите. Чем жирнее, тем лучше. У меня сегодня не очень жирный фарш. Но вообще я стараюсь выбирать для бургера. Это чем жирнее, тем будет сочнее и вкуснее бургер. Вот, я размешал. Теперь будем формировать наши петис. Разделяю напополам. И еще по разу напополам. Получится у нас 4 котлетки. Я не делаю по одной котлете, потому что она будет сильно толстая. Будет плохо и долго прожариваться. Поэтому я делаю двойные. Так вот. Теперь, чтобы нам сформировать нашу котлету, берем пергамент, кусок, кладем вот так на серединку, накрываем сверху и раздавливаем равномерно. Вон булочка у нас, должно быть где-то на сантиметр больше булочки, вот так вот нормально. Такая вот котлетка. Готово. Убираем ее в следующее. Может, трясется.
равнять. Старайтесь сделать, чтобы равномерно, а то будет неравномерная прожарка. Края немножко подслепили, чтобы не разваливались. Все, второй готов. Мощные котлетки у меня получились. Можно было и поменьше фарша брать. Ну ничего. Мы же делаем мужской бургер. Поэтому мужики, как известно, любят мясо. И поэтому будут котлеты большие. Так. И последнее. Подай мне, пожалуйста, масло оливковое. Вот так. Это пока убираем в сторону. Включу уже плитку. Смазываем немножко их маслицем. Сковородка у меня будет сухая. Вот так вот хорошенько смазали. Поперчили. Посолили. Рука в масле. Не могу солить. Сильно много не солите. Не забываем, что бекон был тоже соленый. Ну там его, в принципе, не так много. Теперь переворачиваем котлетку и с той стороны, с обратной, делаем ту же самую процедуру. Немножко масла. Размажем. Поперчим. Вот так и посолим. Так, сковородка нагрелась, отправляем все на сковороду. Теперь кладем наши на разогретую сковородку, наши котлетки, жарим. 4 не поместится, я попробовал до этого 4, но убрал, потому что нужно там место. Вот так вот обжариваем хорошенько их с двух сторон. Здесь по краям мы еще положим бекончика. Тоже у нас пойдет бургер. Жарим на среднем огне. Слишком горячая сковорода. Если будет, то края поджарятся, а внутри не будет прожарено. Но я вообще люблю, если бургер немножко внутри розовый. Поэтому я буду делать его немножко медиум. Кто любит сильную прожарку, делайте сильную прожарку. Это все дело вкус. Так, переворачиваем наши котлетки. Здесь они уже хорошенько обжарили. У нас бекончик тоже. Так, какой красавец. Сейчас я добавлю немножко чесночного масла. Пару шайбочек
Так, наш бекончик уже готов. Вытащим его. Перевернем еще по разу. Вот это пахло еще и чесночком, и копченым бекончиком, и говядиной. Просто бомба. И немножко масла. Так, сейчас я покладу сверху сыр наш. Сыр у меня Честер. Вы можете брать любой, который хорошо плавится. Покладем его сверху, чтобы он уже начал у нас плавиться. Вот так вот. Ну так, наши котлетки прожарились. Теперь кладем их друг на друга и убираем на тарелочку. Вот так вот. Накроем фольгой, и пусть они немножко отдохнут. И пока мы займемся нашими булочками. В это же масло наложим наши булки. Не наши, а, ну вы поняли. И добавляем немножко газу. Хорошенько обжарим. Пока они обжарятся, я займусь соусом. Сильно, наверное, добавил. Немножко не так сильно. Но они уже практически обжарились. Смешаем все наши ингредиенты, которые мы приготовили заранее, в одной чашке. Майонез, горчица, кетчуп и барбекю соус. Тоже придаст нам копчености, копченого запаха дыма. Все это смешиваем. Так, булка не сгоришь. Все, булка отлично поджарилась. Сейчас будет финальная фаза. Газ, наверное, лучше выключить. Перемешали наши все соусы. Так. Теперь соус в сторону. Нужно нам нарезать огурчик. Нарезаем такими тонкими шайбочками огурчик. Так вот. И лучок. Вот в сторону. Вот так. Все, приступаем к сборке нашего обалденного мужского бургера. Намазываем соуса. Кладем огурчик. Теперь смотрим, что с нашим мясом. Опа, наше мясо немножко приклеилось к фольге, то есть не мясо, а сыр. Ну, ничего страшного. Так, короче, не делайте. Теперь
кладем наше мясцо на булку вот таким макаром. Эту булку тоже смазываем соусом. Кладем сверху. Я сперва кладу лучок, шайбочки такие красивые выберу с лучком. Вот так вот. И покладу сверху бекончик. Вот так вот. Немножко придаем. Вуаля! Наш бургер готов. Вот такой вот, друзья, красавец у нас получился. Настоящий мужской бургер. 250 грамм фарша. И сплошное счастье. Посмотрим, что у нас внутри. Разрежем его вдоль. Посмотрим, как получился он у нас внутри. Так, есть. Вот она красота. Вот такой вот, ребята, должен быть настоящий бургер. Всем огромное спасибо за просмотр. И вам желаю удачи в ваших начинаниях. Будьте счастливы и до новых встреч. Пока.